Сильянов. Кузяев. Снова Сильянов, он уже правый. Хотя слева начал движение, удар! И гол! И гол! Александр Сильянов зашел в штрафную площадь, а Иван Обляков сравнивает счет. 2-2! Ну, я бы отметил, конечно, кроме точного удара Ивана Облякова, вот это движение Александра Сильянова. Знаете, это было, я бы сказал, несколько нетипично. Это было неожиданно. Браво, 27 номер, и браво, 22. Вот Сильянов, смотрите, начинает движение. Он левый защитник, вышел в позицию фактически правого крайнего и отсюда отпасовал. А Иван Обляков левой ногой очень точно низом хладнокровно прокатил этот мяч. Были шансы, что мяч попадет в ногу кому-то из игроков сборной Кении или спасет вратарь. Но, к счастью для нас, не случилось ни того, ни другого. Иван Обляков делает 2-2.